Источник данных о погоде – сайт meteonova.ru. Этой ночью сбавьте ход, на дорогах гололед. Атмосфера подведет, в ней давление возрастет, облака непостоянные, переменные и жеманные. Температура тоже подведет, минус 2, минус 4, но зато чуть-чуть теплее, чем, к примеру, на Таймыре. Завтра днем в Кумертау и Мелеузе на фоне повышенного давления ожидается ясная погода, на дорогах гололедица, ветер слабый. Температура воздуха от 0 до минус 2. В Уфе и Стерлитамаке ночью 0-3, днем от минус 1 до плюс 4. В Оренбурге ночью минус 1, плюс 1, днем 3-5 градусов тепла.